После этого странного, но судьбоносного сна Йосеф не только стал прекрасным художником, он начал глубоко разбираться в музыке, немножко петь и увлеченно танцевать. Проснулись в нем все творческие начала. Ему удавалось буквально все, чего раньше он не делал. Сам делал ремонт в доме, выполнял сантехнические электроработы, собственными руками сделал шкафы на кухне. А как здорово он стал готовить! Настоящий шеф-повар. Изобразительное искусство шагало рядом с его искусством врача-стоматолога, прекрасного мужа и любящего отца. Он всю жизнь стремился сделать быт своей семьи самым лучшим и многое делал для этого. В 1979 году Йосеф купил землю для постройки виллы, которую закончил строить в 1983 году, где живет и в настоящее время. И вновь горе постигает Йосефа. В 1994 году умер его отец Гавриэлов Авшалом в возрасте 92 лет. Этот замечательный человек, давший много добра и тепла окружающим его людям, был для Йосефа примером во всем. Он боготворил отца, который был для него настоящей опорой в жизни. Не успела зажить рана от потери отца, как новое горе обрушилось всей своей мощью на Йосефа. Земля ушла из-под ног, огромная часть сердца перестала биться, солнце перестало блистать.